протестую! Всем здарова, с вами Бул. Мы продолжаем проходить игру Phoenix Wright и Storm Justice World. В предыдущей серии мы начали немножко уже вникать в происшествие, начали немножко узнавать, и мы взялись за работу по защите Мэтта Ангарда, никельного самурая, который подозревает в убийстве Хуана Кариды, который играет Джамин Ниндзи. Но главное, что мы точно уверены, что он не виновен, ну, потому что Магатама не показал психозамков. Поэтому сейчас мы будем сами уже приступать к расследованию, потому что прошлая часть была скорее вводная. Так, 21 марта, 11.34, юридическая фирма Райт и партнеры. Что ж, мы хотя бы добились того, чтобы мистер Мэтт Ангард стал нашим клиентом. А еще нам известно, что он никого не убивал. Это очень важно. Итак, что же нам теперь делать? У нас есть только одна попытка, заседание состоится завтра. А, да. Напоминаю, что в предыдущей серии оказалось, что... Не оказалось, а точнее. Майю похитили. Майю похитил некий декиллер, который был боем вообще. Он прикинулся был боем, полагаю. И он забрал Майю. И теперь он шантажом нас заставил нас взяться за эту работу, чтобы оправдать Мэтта Ангарда. Какие-то, видать, странные тут силы будут задействованы. В общем, посмотрим. Так. У нас есть только одна попытка, заседание состоится завтра. Чтобы доказать невиновность мистера Ангарда, нам нужно найти настоящего убийцу. Хорошо, приступим к поискам. Ну окей, погнали. Но самое очевидное, куда надо пойти, это в вестибюль. Это самое логичное место, откуда можно начать поиски. Все-таки там убийство произошло. И к тому же Гамшу сам сказал, чтобы мы провели расследование. Эй, чё ты тут творишь? Сюда нельзя без... Доброе утро. Стой, так это ты? Что здесь происходит? Да-да, я по вам тоже соскучился, мисс Олдбэк. Я сразу что без нового Хуана убили, это правда? Опять 25! Вновь стороны самурая виновен в злодеяниях! Вообще-то на деле все не... Чтобы вы знали, я большущая фанатка Хуана! После ситуации с Джеком Хаммером, я не удивлен. Почему все мои любимые звезды умирают как мухи? Наверное, из-за вас. Все тут вот опять были у нас классика вечер, когда пришел на очередной вхожу на него умер. Сидеть за меня женой не знаю, я кинул, когда приклею, что добрый еще 2 минуты года. Вообще-то я хотел распределить вас об убийстве. Не дави на меня, молодец. Мистер Ник, я не смогла понять ее, она так быстро говорила. Мисс Олдбек, пожалуйста, говорите мне помедленнее. Не указывай мне тут умнику колючий. А теперь она снова мистерио. Давайте покажем. По поводу Мэтта Ангарда. Ангарда с малолетними преступниками. Повторяет это как старый попугай. Пожалуйста, на все может помочь. Может ты тогда рассказать о своих размерах? Обойдемся, пожалуй, правда. Кажется, она вас не особо любит, да, мистер Ник? Я знаю. Так, ну про Хуана она должна рассказать. Так. Даже про своего любимчика она не хочет говорить. Окей, жертва. Год назад когда кровь добили моего дорогого Хаммера. И только я нашла героя, который смог завести мое сердечко. Не могу подобрать слов. Скажи, а почему все мои любимцы заканчивают именно так? Слезай за языком, я не потерплю оскорбление моего Хуанчика. Чего? Но я даже слова не сказал. Впрочем, я не верю ни одного слова этой дамочки. Что? Какой дамочки? Это ненавистная дамочка с своей пышной прической и ужасным деревенческим говором. Я думал, свидетель. Нет, это Лота Харт. Кто вообще научил ее так разговаривать? Еще ж не останавливается. Ох, если современной женщиной, даже не знаешь, что значит слово скромность. Вот когда я была молодевая, тогда твои раслитые на всех надавила и смотрела на тебя, записала либо на пиво. Перл, у тебя в голове не пересохло? Вот у меня пересохло. Немножко. Хорошо, куплю тебе сока. Спасибо большое.
Эй, вы меня вообще слушали? Ну что за молодежь-то пошла? Если моя теория верна, мисс Олберг все узнала от Лоты. Ну, смотри, так... зомби прямо. Я хотел спросить вас о том, что произошло во время убийства. Ну, раз, ничегошеньки не знаю. Я все время стояла здесь и ждала. Ждали? Что? Что, разумеется. На пресс-конференции. Над этой пресс-конференцией определенно витает загадочная аура. Ну да ладно, все равно ничего не знаю про убийство. А, ясно. Но... ну, если хорошо знать, что я видела, то это другой разговор. А видела многое. Не знать, но видела что-то реально. Что? Да, я видела. Да, я видела самый важный момент прошлой ночи. Ну? Самый важный момент? Вы же не... Ага, значит, теперь ты меня зауважал, дитя наглое? Надо быть вежливым за взрослым, но правда, что-то дети пошли. Пожалуйста, расскажите, что вы видели? Ой, начал... Психозамки. Четыре замка? Сразу же? Господи, если эта Магатама была бы раньше, я думаю, мы бы обнаружили это и на моменте, когда она про ситуацию с Джеком Хаммером бы говорила. Тоже у нее психозамки появились. Какое ужасное было убийство. Было убийство, верно? Впрочем, а как же может быть иначе? Не уходите от темы, пожалуйста. Ну, хоть раз. Если вы уже слышите новую информацию, прояви уважение, подари ей что-нибудь. Так. А просто... я хотел просто проверить. Я просто хотел проверить, просто в третьем деле, в деле о самурае, когда я пытался что-то втюхать ей то, что ей не надо, она говорила то, что типа, эй, ты хочешь мне это подарить? Типа, ей хотелось бы значок отдать. Ну ладно, понятно, с ней мы ни о чем не договоримся, поэтому идемте сюда. С ней понятно, ну пока что у нас улик ноль абсолютно, я ничего не сделаю. 21 марта, Виола Холл. Похоже, что расследование в самом разгаре. Работники отеля и полицейские бегают повсюду, как безголовые курицы. Интересно, получится ли у нас сосредоточиться с таким шумом? Что же, стоит только закатать рукава и попытаться. Но мы идем в коридор. Тут был Гамшу. Эй, ты там! Лота! Заждалась уже, мистер адвокат? Лота? Эй, коп, дружок! Тот вор вернулся! Что? Ну вы же его сразу под суд, виновен, смерть ему. Что? Ты о чем вообще? Да что случилось-то, Лота? Тебе нехорошо? Смотри, он там и сам перевернулся вверх дном, но так и не нашли. Так что гадина ты такая, руки в ноги и живо вернул его. А что вы ищете? Свой фотик. Фу-о-т-и-к. Он часть меня, как же мне жить без фотика за 700 баксов? Нихрена себе телефон. Там, ладно, это Америка, не буду спорить. Твоего... фотика? Слушай, разве не говорят, мол, преступники всегда возвращаются на место преступления? И вы только гляньте, кто это тут у нас? Ага, это я. Впутался в лото проблем. В лотов проблем. Лотов проблем. Что? Так, что ты нам... вначале будем расспрашивать про жертву. Что ты нам скажешь про Хуана? Ну, понимаете, хотел до всяких героев или как там? Вот как... Найти сериал для детишек эти приключения. Скука смертная. То ли дело взрослое, мы всегда попадаем во всякие истории и неприятности. Даже я. О, похоже, малая уже поняла, к чему я клоню. Погоди-ка ты тут. Её-то не вмешивай. Так, про... так. Так. А по поводу Олбек. А что сказать об этой старухе? Но она постоянно сверлит меня взглядом, будто бы я в чем-то провинилась. Так же она вечно мерит в грязи, которую... мерит о грязи, которая львит на ее Хуана. А, ну да, еще у нас с ней была небольшая перепалка. Небольшая перепалка? Да никак бы поспорили, кто кого болтает. Не, Олбак не перепутай. Не переплюнуть ее в перебалтывании. Ясно, если ничего мы больше не знаем. Так, камера. Значит, ты потеряла свой фотоаппарат? Не какой-то фотоаппарат. Я за него отвалила 1600 баксов. Ты увеличила цену. На 900. Что? Ну вы же сказали, что купили его за 700. Просто мило протолковалась в продавцовом магазине. Часика 5, кажется.
Доки случайно царапнула фотик, и продавец как встал в позу. Как мне все высказал, довел до слез. А когда вы потеряли свои фотопрепара... Прошлой ночью уже после убийства. Ой. Так. Ну не тогда, когда шныряла туда-сюда, чтобы кое-что вынюхать. Тогда ты и простыл след моего крайне дорогого малыша. Лота, а ты ничего важного не успела заснять? Точно не скажу, я щелкался подряд. Так что не помню, но для своей сенсации я так ничего не наснимала. Интересно, связан ли пропавший фотоаппарат Лоты с убийством? Угу. Думаю, да, связано. Там, где Лота, там всегда и проблема. Так, Лота, пожалуйста, расскажи все, что произошло во время убийства. С прошлой ночью, сразу после церемонии, шныряла рядом с этим номером. А раз я была здесь, пока не арестовали мистера Ангарда. А что делала? Да что-то необразованно, тебе ли не знать. Там, где наступает Харт, непременно будет новость, а иногда и большая сенсация. Большая сенсация? Я же уже говорил, я хочу фоткать селебрити для газет. Селебрити? То есть известность. А без идеальных снимков в этом деле не обойтись. Интересно, за какой сенсацией она ходится в этот раз. К тому же я выискивала и других селебрити. Так что, может, я отлучала. Отлучилась? Чё? Большая сенсация. Лота, ты точно отлучалась? Ты смогла что-нибудь снять для своей сенсации? Ну, может, и смогла. Так ведь выступают настоящие журналисты. Мне птичка одну листочку нашептала, вот я решила подкрепить ее фотографией. И за какую историю ты зацепилась в этот раз? Ну блин, началось еще! Ой, ну уж дедушки, мистер адвокат, мой рот на замке. Коммерческая тайна, ясно? Ну вот опять, чего все такие скрытные стали? У нас неприятности, да? Ага, вот вам мистер адвокат. Судя по предоносному оскалу мисс Харт, ей очень весело, рад за нее. Ну. О, нам двери открыты. Так, предлагаю пойти в номер Кариды. Жертвы в этом деле. Мистер Ник, а где мы? В номере мистера Кариды, Перл. Мистера Кариды? Погибшего. Значит, это еще и место преступления. О, это вы! Ну, что там, похититель, он с вами связывался? Еще нет, и вряд ли свяжется, пока мистер Ангарда не оправдает. Ты как, приятель, держишься? Я просто хочу, чтобы с Майей все было хорошо. Угу. Ну, хотя бы хорошо, что Гамшу не бесчувственный тип, а тоже понимающий. У нас не так много времени, но я помогу, чем я смогу, всем, чем смогу, приятель. Правда? Даже позволить осмотреть место преступления? Только в этот раз. Назовем это особым случаем, договорились, приятель? Я даже расскажу вам все, что знаю, но об этом молчу. Иначе мне не поздоровится. Спасибо. Ах да, вот вам план отеля, приятель. Держи, малышка. Ух ты, это мне, спасибо. Ха-ха, мне бы не хотелось, чтобы ты потерялась в таком большом отеле. Мистер Ник, мне дали карту. Блин, я из-за голоса Гамшу, наверное, голос сейчас сорву. Как здорово, Перлс. Мистер Ник, я не могу ее прочесть. Так. А чё там? Рассадок. План. Все, понял. Плечами с вами так еще. Жик-жик-жик. Ладно, так. Так. Так, что ты нам скажешь про Ангарда? Почему бы нам не оставить прошлое в прошлом, приятель? Слушай, этот парень виновен. Ставлен это бакс. Всего $1? Вы что, считаете меня ребенком? Мне больше нечего поставить. Моя зарплата очень... Чтоб не говорили другие, я должен защитить мистера Ангарда в суде. Мистер Ник. Так, а про него? Не шибко фанатеет всяких сериалов. Но даже я в курсе. Так. Так, я понял, ты знаешь. Так. Причина смерти, дайте. Причина смерти уже известна? Ну, технически готового отчета сказать еще нет, но... Они взглядом из преступления скажут все, приятели. Правда? Ага, держи фотографию.
Ну ого. Ничего себе. Ножом? Столовым ножом? У него из груди торчит нож. Ножом через костюм, а это... Одно дело копье там какое-нибудь, но не нож. Что тут, побои что ли были, раз тут все треснуто? А, приятель, это орудие убийства? Значит, его зарезали. Прямо сейчас криминалисты изучают отпечатки пальцев на ноже. На ноже остались отпечатки? Ага. И очень вероятно, что это отпечатки мистера Ангарда, приятель. Плохо, очень плохо. Так, спасибо. А почему арестовали мистера Ангарда? Потому что все улики указывали на него. Улики? Похоже, что погибший пытался защититься от преступника. О, много мишек, много мишек. А, это видно по месту преступления. Всюду следы борьбы. Ну да, и во время борьбы с его костюма оторвалась пуговка. Мистер Ангар что-то говорил о ней. Если не ошибаюсь, пуговка Джамин Ниндзя нашли в хакаме никельного самурая. Но это еще не все. Что? Мы нашли свидетеля, приятель. Свидетелей? Кто же это? О, опа. Ты, она... Олдбэк у нас свидетельница. Венди. Та-дам, мисс Олдбэк. Боже, почему именно она? Она же болтает на всех. На видах улик достаточно, чтобы сторона обвинения с легкостью выиграла дело. Особенно учитывая одну небольшую деталь на месте преступления. Небольшую деталь? Какую? А вот о ней тебе придется знать самому, приятелю. Хорошо, давайте осмотрим место преступления, мистер Ник. Так, ну окей. Какие, блин, большой медведь. Ух ты, как много мишек. Будильники, коллекционные фигурки, плюшевые медведи, модели из пластика. Проще, наверное, сказать, каких медведей у него нет. Впечатляет. Некоторые даже лежат в мусорном ведре. Ага, может, ему вовсе не нравились медведи. Бедный, мне сначала показалось, что мистер Коридус с уважением относился к своим мишкам. Ой, не надо его сюда добавлять, ну не надо, блин, для монтмиста. Не шутки там, не шутки? Да. Да уж, прошлое дело определенно было не шутка, это похоже моральная травма на всю жизнь. Да, ты абсолютно прав, это травма будет у меня на всю жизнь. Что-то не так, мистер Ник? Да мишки тут полно, мишек много. Так, это что за кейс у нас? Так, я тут яркость себе пониже сделаю на телефоне, чтобы не разряжался. Чемодан, в нем много вещей, и сомневаюсь, что его получится закрыть. Одежда, сушилка, бритва, калькулятор. А все звезды увозят с собой столько вещей, как мистер Коррида. Уточнять не буду. Так, тут чипсы, ноутбук. Фу, такой бардак. Перл очень любит чистоту и порядок, понимаю. А еще тут полно электронных вещей, которые я раньше не видела. Ой, мистер Ник, скажите, пожалуйста, что это такое? Хорошо, вот это, например, часы. Их нужно носить на руке. Ну, я знаю, что такое часы. Ой, я совсем забыл, что говорю с Перл, а не с Май. Срач устроен. Так. Нас, полагаю, вот всего вот это место интересует. Похоже, что мистер Коррида ужинал прошлой ночью. В этой бутылке томатный сок. Прошлой ночью у нас было столько еды, а здесь ее так мало, что диву даешься, откуда у актеров берутся силы. О, гитара. А, футляр для гитары. Кажется, это футляр для гитары. Немного потрепан, но все еще пригоден. Странно, самой гитары нет. Может, он забыл привезти ее на церемонию? Но мистик Майя, она говорила, что ярко-красная гитара символ Джамин Ниндзя. А ведь и правда. Вряд ли бы они такой атрибут бы... Он бы такой атрибут с собой не взял. Агрегат, ну или атрибут. Погоди-ка. Футляр мокрый, но только снаружи. Да, внутри футляра нет воды, это же вода, да? Это что-то мне должен... Так, это... На полу разбросаны флаконы с различными косметическими средствами. С
Скорее всего, здесь мистер Корида отбивался от убийцы. Откуда тут осколки стекла? Может, от вазы для цветов? Тут на полу цветы, но я их не узнаю. Мистер Ник, вы мало знаете о цветах, да? Так. Хороший бокал для вина, а в нем томатный сок. Фу, томатный сок, не люблю его. Понимаю, понимаю, не люблю. Не люблю сам томатный сок. На столе стоит бутылка, видимо, из нее и наливали. Ну разве это не странно? Что именно? Все остальное разбросано на полу, по полу. А ведь правда. Почему уцелел бокал? Так, а это? Это же кровать, да? А, большая, но все же кровать. Ух ты, мистер Ник, она такая мягкая. Похоже, что она редко видела большие кровати. А! Ну, мы здесь все обследовали. Опа, да, давайте поговоримся, о чем мы знаем. Вы можете рассказать о что-нибудь? А, ну, зато точно не знаю, но вроде как это символ Джамин Ниндзя, приятель. Футляр. Нет, конечно, ты с кого меня держишь-то? Я говорю про гитару. Но ее нигде нет. Угу, ее мы тоже искали. Но говорю, что он мог просто забыть свой символ. Видимо, эта гитара все же имеет отношение к делу. А по поводу вина. Насчет бокала для вина. А, так ты заметил, приятель? Сюда погром, и только он невредим. Вы тоже это заметили, детектив Гамш? Ну, честно говоря, первый заметила мисс Фон Карма. Да блин, ну мисс Фон Карма, ну... Вот, кстати, по поводу прокурора. На картинке к этому делу, как только мы начали это проходить дело, там был изображен Эджвард. Еще и в финале прошлого дела нам показали Эджварда, что он вернулся наконец-то. По идее, мы должны будем встретиться с Эджвардом уже спустя год. Ну, по хронологии игры. Мы должны встретиться с Эджвардом в этом деле. Потому что Феникс все постоянно злой почему-то. Не такой, как всегда, когда упоминает Эджварда. Прокурор Майлз Эджвард выбирает смерть, как было написано в записке. Как говорила Франциско. Ну и Франциско, видать, мы тоже здесь увидим. Забавно, Перл тоже заметил его раньше меня. Стоп, минуточку. Выходит, мисс Фон Карма тоже сейчас в этом отеле? Угу, бродит это, приятель, и тебя ждут большие неприятности. Особенно, если попадешься ей на глаза. Ну, можете мне не сомневаться, я буду держаться от нее за километр. Это у меня? Что это за странные звуки, мистер Ник? Где ты их уже слышал? Это мисс Фон Карма. Что? А, да, я подумал, что это Рассел звонит. Типа, Декили хочет с нами связаться. Нет, это... Только я слышу их. Она появляется из ниоткуда и бьет меня кнутом. Если подумать, так и было в прошлый раз. Извиняй, мне нужно уже бежать. Убедимся, приятель. Ай! Нет, он не успел. Опа, привет, Франциско. Наконец-то вы показали свое истинное лицо. Мистер Феникс Райт. Я вам так же сделал. Так, понимаю, мне и на это не стоит рассчитывать на милость. Вижу, у вас вошло в привычку красть информацию у бедных и жалких детективов. Да нет, он не жалкий. Это слишком подло с вашей стороны. Ты как это било? Просто вот так, что ли? Вот так вот? А, ой. Эй, тебе от меня не скрыться, неряха Макплащ. Ай. Кто мог подумать, насколько жалкими могут быть детективы этой страны? О! Детектив, выйди на секундочку. Все. Бедного Гамшу избили. Хотя приятно осознавать, что ты готов столкнуться со своим наказанием, как мужчина. Он так напуган, что просто стоит как вкопанный. Мистер Феникс Рай, вы сорвали мой счет идеальных побед. Мы уже давно его сорвали. Мы его во втором деле уже сломали, все. Она говорит, и в третьем деле то же самое сказала, то, что вы сорвали счет идеальных побед. Мы его уже сломали, все, радуйся.
Я вам это никогда не прощу. В этот раз победа будет за мной. Ты это повторяешь уже. Победа? Это все, что вам нужно? Что? Хм. Пошли, неряха. Скоро начнется брифинг по расследованию. Я там что-то, видать, пропустил. Так точно, мэм. Это еще не конец. Клянусь честью своей семьи. Она была у твоей семьи. Ай, что она теперь меня бросила? Что она теперь меня бросила? Что это? Ну что ж, мне нужно вернуться в полицейский участок, приятель. Если понадоблюсь, ищи меня в оперативном отделе, лады? И постарайся не попадаться на глаза мисс Ван Карме, если получится. Она меня что-то кинула. Она что-то в меня кинула. Что это? Мистер Ник, что это такое? Это называется автограф. Автограф? На ней мистер Корида оставил свою подпись. Это и называется автографом. Не могу прочитать, да, подпись. Естественно, я никогда не видел такого почерка. А, это особый вид почерка. Курсивный. Смотри, если убрать соединение между буквами, получится «Моей дорогой Венди». Какой же это небрежный почерк? Как можно дарить такое безобразие? Секунду. Венди? Где-то я слышал это имя. Угу. Теперь мы можем идти. Так, слушайте, а мне интересно. Мы сможем сломать сейчас психозамки Лоты? У нее их два. По идее, она первая должна быть. Потом идет Карга. Мы сейчас кое-что получим информацию от Лоты, и потом уже идем к Олдбэк. У нее 4 замка, поэтому интересно. Ладно, я сохранился, поэтому... Вот! Попробуем сломать. Два замочка. Большая сенсация. Лота, ответь, пожалуйста, на пару моих вопросов. Почему ты бродила рядом с номером жертвы в ночь убийства? Так я же тебе сказала, не? Рискала в поисках сенсаций. Мне бы хотелось узнать побольше о ней. О, о таком я не могу разговаривать просто так. Понимаешь, это ж мой хлеб. Ну ладно, неприятный фотограф ищет сенсацию для желтушной газеты. Предположу, что ты в поисках какого-нибудь скандала. Может быть, ты, Лота Харк, пыталась добыть информацию о чем-то? Скажем, о разгорающемся скандале между Ханой Коридой и этим человеком. Ну. Мэттен Гарнон. Вот! Кто это, черт возьми? Ты думаешь, журналисты совсем кретины? Не подведешь. Я ж про... Чего? Ой, правда? И все же, кто это? Раз уж ты такая профи, попробую узнать сама. Блин, у меня там код сигнализации. Попробуем еще раз. Я попробую. Вот! Так, понятно. Я думал он. Наверное, мне нужно больше улик. Проследуй еще. Ясно. Ладно, пока что... Ладно, я, наверное, слишком рано пошел. Давайте в номер ангарда. Может, тут тоже. Так, номер ангарда. А где мы? Мы в номере мистера ангарда, нашего клиента. Могу я вам чем-то помочь? О, женщина, здрасте. Ну мы... Так, женщина, так. Вы же адвокат мистера ангарда, верно? Так и поняла. Я тоже пыталась найти адвоката, но безуспешно. Простите, а как вы узнали, что он мой клиент? Вы сами только что сказали. В подобных ситуациях такое говорит только адвокат. Ого! Простая абдукция, только и всего. Завязание уже завтра, а положение мистера ангарда крайне плачевно. И вот вы в спешке пришли сюда в поисках улик, чтобы выстроить линию защиты, верно? Ну, в каком-то смысле вы правы. Говорите прямо, мистер Ник. Так,
Так, меня зовут так. Так, кто это у нас? Так, окей. Так, Эдриан Эндрюс. Не Эшли Эндрю, а Эдриан Эндрюс. В принципе, с фамилией более-менее нормально. Так, меня зовут Эдриан Эндрюс. Терпеть не могу тратить время попусту, так что давайте перейдем ближе к делу. Ладно. Да уж, внешность может быть обманчивой. Да. Хоть обычная женщина. Так, покажем ей фото... фото этого... Ангарда. Я попросил назначить меня менеджером мистера Ангарда. С ним и его нравом приятно работать. Хм, мистер Ангарда правда кажется слабовольным человеком, который делает то, что сказано? Он же постоянно говорит «мой менеджер», да, мистер Ник? Вы знали мистера Кариду? Да, знала. Ну блин, у меня сейчас... Мир тесен, в конце концов. А что вы знаете о его вражде с никельным самураем? Честно говоря, все это похоже на детские обиды. Раз за разом они соревновались в самых обычных делах. Да блин, что ты карты светишь? Если бы не их упрямство, может, никто бы и не погиб. Мне кажется, она знает больше, чем говорит. Она должна знать, почему убили мистера Кариду. Так, окей. Полагаю, первым делом вы хотите знать, что все делали прошлой ночью, верно? Да, все верно. Пожалуй, тогда приступим. Перед церемонией награждения мы с мистером Ангардом поужинали. Если вам пригодится данная информация, ужин прошел в этом конкретном номере. Ужин? И что вы ели? Я уже говорила, что терпеть не могу тратить время на пустяки. Постойте на стол, и вопрос отпадет сам с собой. Да уж, она прямо душа компании. Когда началась церемония вознаграждения, я направилась в Виола Холл. А после него вернулись сюда. Не, мне нужно было помочь с подготовкой в вестибюле. А, наверное, речь идет о подготовке к шоу Никельного Самурая. Перед началом шоу я пришла сюда, чтобы вызвать мистера Ангарда. А затем зашла к мистеру Кариде. Тогда-то вы обнаружили тело, я прав? Вы такая сильная женщина, вы смогли вынести все. Да, мисс Эндрюс действительно сильна духом. Слишком спокойная. Насчет вас и... Остановитесь сейчас же. Не ждите, что я поверю в то, что вы не понимаете, кто я такая. Простите? Не представляю, почему он выбрал в качестве адвоката вас. А этот здесь при чем? Мистер Ник, успокойтесь, возьмите себя в руки. Я позже сделаю вам массаж плеч против стресса, хорошо? О. Я уже представилась ранее, но добавлю, что я менеджер мистера Ангарда. Его менеджер? Кстати говоря, а у мистера Карида был менеджер? Нет, не было. Правда? В киностудии Global и Total разная политика. В киностудии Total не положены личные менеджеры. Ясно. Эта индустрия действительно безжалостна и неумолима. К слову, безжалостным и неумолимым выглядите вы по отношению к вашей спутнице. Таскать маленькую девочку по таким местам, как минимум, жестоко. Вы ошибаетесь, я просто хочу спасти Мистик Майя. Перл, успокойся, возьми себя в руки, я потом куплю тебе сока, хорошо? О. Успокоили друг друга. Так, мотив. У вас какие-нибудь мысли? По поводу? Ну, например, почему убили мистера Кариду? А почему вы спрашиваете меня? Это моя работа, ничего более. Так что? О, да блин, ну мы еще ни у кого не спросили! Мисс Эндрюс? Прошу прощения, но мне нечего добавить к этому разговору. Психологические замки, да, мистер Ник? Да, в последнее время их все больше и больше. И что мне делать с этим? Что делать? Три человека с замками, я не могу никак их справиться. Думаю, это чемодан мистера Ангарда. В нем слишком много вещей для того, кто просто поехал на награждение. Похоже, у него одежда на 3 дня. Звезды и правда отличаются от нас, да?
Не знаю, отличается нет. Диванок. Кресло. На диване лежит какой-то самурайский костюм. Кажется, эта куртка называется Хаппи. Думаю, это был бы отличный сувенир. Майя пришла бы в полный восторг. Так. Слушайте. Здесь нож есть, здесь нет. То я, кажется, знаю, где нож находится. Нет, не это. Нож вон. Вероятно, нам втюрят, например, эту дичь. На тарелке осталась огромная кость. Стейк на косточке. Я не очень люблю мясо. А? Что-то не так с этой тарелкой. Но что именно, не пойму. Что именно, не пойму. Нож там, да ножа нету. На столе неубранная посуда, причем на двоих. Уверен, тут ужинали мистер Ангард и мисс Эндрюс. И на ужин у них был стейк. Что за манию сотрудников киностудии Global к стейкам? На косточке. Так, самурайский. Так, вот. А. Окей. В той стороне стоит кровать. Так это кровать? Ух ты, какие они огромные у них. Понятно. Ладно, давайте покажем что-нибудь Эдриана. Чем можем показать? Так, нет, не это. Так. Ну, я хотел бы спросить. Я вам уже говорил, ненавижу пустяки. Просто тратите время, показывай мне то, что не связано со мной. О, впервые меня заткнули так быстро. А это... Нет! Я хотел спросить. Понятно, блин. А вашу фотку? А что мне делать, блин? Вы готовились к конференции, верно? Да, все верно. Но мистер Ангард сказал, что не знал о ней. Правда? А? Как ни странно, всех деталей не знала и я. Это был запрос из отдела связи с общественностью. Так что мне оставалось только делать, что говорят. Что ж, понятно. Интересно. Как по мне, она явно не из тех, кто стал бы слепо выполнять приказы. И что мне делать, блин? Мы уже все изучили тут. Может, еще раз? Ладно, пойду обратно в коридор. И что мне делать с этим, объясните мне? Я тут и так вот уже... Не знаю, что делать. О, сюда надо было пойти. Так, я лохол. О, здорово. О, мистер Райт, как вы? Мистер Пауэрс, вы были тут все время? Ага, всем, кто связан с убийством, не дали уйти домой. Можете сказать больше о никельном самурае? Хорошо. Никельный самурай — это боевик про супергероя для детей. Насчет продолжения Стального самурая. Ясно. В этот раз сериал вели троих братьев-самураев. Медного, железного и никельного, разумеется. Вместе они составляют любовный угольник нового древнего Токио. Понятно. Погодите! Любовный что? Любовный угольник. Они одновременно влюбились в девушку Саю, которая работает в чайной лавке. Значит, под угольником понимается то, что любовью они загнали эту девушку в угол. Ну так вот, Саю, дочь злого главаря клубничного клана. Клубничного! Необычная ситуация, прямо как Ромео и Джульетта, только Ромео тут целых три. Ага. Странно, что такие истории о запретной любви очень популярны в сети офисных работниц.
Да, Перл? А что будет дальше? Я хочу узнать. Миссаю влюбилась ли Миссаю? Она же влюбилась, да? Новые серии каждое воскресенье в 8 утра. С этой недели прекращу смотреть театр детских шедевров. Поверь, не могу, что она восприняла это так серьезно. Так, теперь, а о чем Джамин Ниндзя? По правде говоря, начинался он как пересъемка старого фильма. Джамин Ниндзя, как и сериал про самураев, направленный на детей. Это история о ниндзя, который не может забраться на стену, но все равно становится звездой. Что? Он был крайне плохим ниндзя, у него не получался ни один прием. Но как же он пел? Он штором покрыл древний мир со своей ярко-красной гитарой. Ниндзя с ярко-красной гитарой? А затем последний бой перед глазами его любимой принцессы Мисоу. Джамин Ниндзя против пятерки Мурамати. Но внезапно перед третьим боем у нашего героя разыгрывается простуда. Ого, как не вовремя. Ага. Но такие любовные истории с щепоткой поп-музыки нравятся школьницам. Да, Перл. Она сейчас ряда запросит. А что будет дальше? Я хочу узнать. Джамин Ниндзя, сможет ли он петь? Что станет с принцессой Мисуэ? Новые серии каждое воскресенье в 8 утра. На! Какой же сериал не смотреть? Поверить не могу, что она восприняла это так серьезно. Восприняла так серьезно. Так. Футляр для гитары, он принадлежал Хуану. Значит, вы его уже видели? Очень знаменитый футляр. А все потому, что в нем хранится та самая яркая красная гитара. Ярко-красная гитара, символ Джамин Ниндзя. Но если гитара так важна для него, почему он забыл взять ее на церемонию? Это так странно. Ладно, давайте на этом мы серию будем заканчивать, ибо мы уже за 40 минут зашли. Даже больше. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Булл. Ожидайте следующей серии прохождения Феникс Райт из стороны Justice for All. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока. Thank you.